Цена биткоин находится у критической отметки, заявил аналитик портала криптопотата Yuval Goff. Он сообщил, что курс монеты приблизился к исторической линии тренда, проходящей около $7600. Она удерживает стоимость первой криптовалюты от падения с 2015 года, пояснил эксперт. Если поддержка на $7600 не выдержит, вероятно, курс главного цифрового актива обновит минимумы, предположил Goff. Он считает, что биткоин может подешеветь до $6400 в долгосрочной перспективе, и назвал уровни, которые будут препятствовать падению его стоимости, поддержка на $7200, выраженная золотым уровнем коррекции Fibonacci 0,618, диапазон знак доллара 6800-7000, в котором расположен минимум цены биткоин 2020 года, уровень поддержки знак доллара 6400-6500, сформировавшийся осенью. Если же линия тренда остановит падение цены биткоин, вероятен ее рост до $8500, отметил Goff. В таком случае уровни в $8000, $8150 и $8300 выступят в качестве сопротивления, спрогнозировал эксперт. Другой сценарий озвучил аналитик портала CoinDesk.com Cargot Bowl. Он считает, что в скором времени биткоин может подорожать до $8460. На этой отметке расположена шея фигуры, голова и плечи, препятствующая росту стоимости монеты, пояснил эксперт. Если это тур. Полный текст читайте на сайте cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.